нормально, блядь. Так, блядь, ездит. Поехали, пацаны. Вопрос номер один, это из чего подвал? Если подвал и залит бетоном, это такая большая бетонная монолитная конструкция, то не так-то это страшно, даже если будет без вытяжки, у вас, что пострадает, это люди, которые будут мыться, потому что это очень нужно. Но бетон, после того, как он набрал уже свою степень затвердевания, он достаточно устойчив к влаге. Ну, недаром у нас все фундаменты. Бил, блядь. Да, там будет наблюдать. Есть, блядь! Ебать того царя нахуй. Блядь! Блядь, Вова! Этот вопрос власти, во-первых, планируют организовать еще 6 автовокзалов до 2016 года, и, во-вторых, намерены предоставить конкурентные преимущества для легальных перевозчиков. Основная идея в том, чтобы прибыль водителя зависела не от количества заполняемых мест в автобусе, а от фиксированного тарифа за каждый километр. Народные новости. Правоохранительные органы, которых теперь тоже привлекут. И, в общем, из двоих по 7 ездили в зал, дали. Так вот, да, понятно, спасибо. Кстати, Рома еще послушал, без нас перезвонил. Ромочка, добрый день. Правильно, ни хера. И глядя на группу товарищей в другом конце вагона, как это было? Это было в контексте литературы. Да, у вас то было. Наденьте ее, не было в вашем детстве. Поехали, не знаю. Она не надевала бюстгальтер. И что, мы никогда не пропустили так же слова. Thank you.
что ты орешь? Калина, не пускай нахуй его. А он не собирается, он, видишь, поджимает. Стой, нам. Ну, что делать? Хуяли, ну, да. Убрался. Блядь. Давай, зацепимся. На гляк ебану, сука. Ты смотри, что тебе надо было, тебе регистратор. Ментов вызываем, блядь. Слышь ты, блядь. Нахуя ты это делаешь? А что я сделал? Ментов, что ли, вызываем? Ты прешь-то куда? Полосы-то, блядь.